Приветище, амигос! Мы находимся в живописной деревне Яркхан-Гаран. По-моему, она так называется, или что-то такое. И сейчас мы пойдем надирать задницу боссу местной говнолокации. Да-да, тут мой шлепок крови. Я просто хотел в прошлый раз по-быстрому добежать и начать запись, но сдох. Вот, пожалел, что в этот момент не комментил что-нибудь. Пофигу. Итак, босс, насколько я помню... Бляха-муха, ничего себе тут. Да ладно. Здесь даже не полечиться. Они то плюют, то харкают, блядь, то стреляют. Сука, никакого уважения. Пиздец, ну зачем к боссу делать дорогу такую сложную? Колобочком, давай сейчас закатимся на арену с боссом. Приведем ему парик мобов, короче, пусть... Пошли в жопу, твари, мразь, говно, и то мамку делал. Отлично, отлично. Выходи, босс, биться будем. Отлично. Он, босс застал меня в неловком положении, жопой кверху, головой к низу. Какие громкие шаги у главного героя. Главный герой пытается, видимо, напугать его, типа он большой, грозный, тяжелый. Так, и босс этой локации опять Ефросинья Пиздосьевна с колокольчиком. Нет, даже две. Отлично. Джингл беллс, джингл беллс, джингл беллс, рок, ран-да-ран-да-ран. И здесь должна заиграть Агата Кристи. Та-ра-ра-ран-та-ран. Черная луна, что-то там. О боже, космическая нечисть, посмотрите. Крэнк лезет, а нет, смотри, трупы лезут. По-моему, кто-то срет просто костями. Наверное, это жопа дракона пытается просраться после того, как съела... Блять, что же она съела? Никак нахуй московской шавермы отведала. Ебать. И что это? Скорпион из дерьма? Скорпион из дерьма и костей? Да, это вариация на тему скорпион. Что было, если бы скорпион... Скорпионша это из первого Dark Souls. Квилек, блять, была дерьмом. Если бы она была какашкой, что... Мне кажется, что они таких боссов, блядь, у Resident Evil подсмотрели, что опять тентак... О, смотри, в него кто-то стреляет. Мне что, помогут его завалить? Тихо-тихо-тихо. Ой, ебать, ничего себе. Ваншотнул, что? Кто стреляет-то? Стреляет-то хоть, блядь, мне в помощь или... Вообще не понял. Череванш, не очень хочется пода... Блядское ты создание. Не очень хочется по дороге фармить, потому что отдавать этому боссу кучу душ. Что-то мне кажется, стреляют они мне нихера не с целью помочь. Я знал, что у него есть АОЕшное что-то, но я не думал, что такое борзое. Взрывы какие-то, блядь. Что это за босс такой беспонтовый? Сука, на каждый мой удар он отвечает в ответ. А что это с ним? А, не знаю. Время дать ему пиздюлей, мне кажется. Кто там спамит свои сраные фаерболы? Серьезно, завязывай. Ты не помогаешь, блядь, ни мне, ни ему, по-моему, этим говнюк, блядь, ссаный. О, ура, здесь можно отдохнуть. Что происходит? Это тупик, что ли? А, здесь можно наверх подняться. Это арена с боссом такая? Двухэтажная. А. Овцы, блядь, это вы тут. В натуре показывали же перед боем, что они тут стоят с колокольчиками. Я как-то не воспринял эту информацию всерьез. Думал, они его призовут и все. Нет, смотри, они что-то тут делают, блядь. Шлюхи старые. О, ртутные пули. Он стоит рядом с бабкой, а в таргет босса берет. Он говорит, нахер бабок, пошли, говорит, босса замочим. Это, говорит, типа продуктивнее намного. Ой, ой, блядь. Он что, сюда залез? Да ладно, ты серьезно, нахуй? Вот это да, блядь.
Вот конь педальнейший, ты посмотри, что делает. Мне кажется, он на земле безопаснее. Это что такое? Что он делает-то? Псих ты, блядь. Блять, обосрать меня пытается, что ли, не понял? Иди в комментах напиши, что я, блядь, в танки хуёво играю туда. Больше поможет. Блять, своими ошметками он реально заебал. Пока бабки жили, он так не выебывался, кстати, хочу заметить. Может, надо было одну бабку оставить? Может, это секрет такой? Одна бабка, типа, всегда должна быть. Он так на терминатора похож на какого-то. Он под себя нассать решил, лишь бы, блядь. Блядь, сколько у него всего прикольного на вооружении есть, я просто в шоке, блядь. Не, с ним рядом драться вообще тупо. Полная хуйня. Там невозможно находиться. Давай, блядь, ты сюда залезешь тогда. Происходит, блядь, даже плойка выданула. Что происходит, блядь? Отмороз гребаный. Сейчас он вниз подойдет, и как спрыгну, блядь, с ударом и пизда ему. Сейчас этот обстрел дерьмом закончится, видите, он подходит. Вот так вот, нахуй. А где, блядь, лестница-то? Чё, блин, она одна, что ли? Падение мне тоже стоит кое-какого здоровья, хочу заметить, что если я еще пару раз упаду, мне гораздо хилки кончатся. Но он, сука, должен сдохнуть раньше по любасу. Так, он на той стороне. Сейчас, сейчас, сейчас. Весло длинное достает. Сейчас я твоей жопе, блядь, инквизицию этим дрыном устрою. Бердышонка, ты сейчас с меня отведаешь, блин, где ты там? Ты уже в позе, дорогая? Мимо, блядь. Блядь, мимо. Хуй что сделаешь. И он опять принялся срать на меня, да? Вот это что-то вообще у него мощный какой-то убер. Убер скилл какой-то, блядь. Может, сюда подойдешь? Не бегать, блядь, далеко уже заебал. Ой, блядь, тормоза какие, ебать, FPS проседает. Ну, сука, блядь. Вот это я ему втащил вообще по-королевски. Бэкстабов у меня нету каких-то, блин, по нему пробить. Да, босс, конечно, возродившийся. Ну, правильно, вчера съели, сегодня возродился, блин. Через кишку, блядь. Это не возродившийся, это рожденный через жопу, блядь. Был трахнут только что, нет? Я его не убил. Я сам сейчас сдохну, даже больше скажу. Хорошо, давай еще прыжочек, и все, и мы закончили. Один удачный прыжок на 1000 здоровья, и все, и он, мы победили. Он проиграл. Только, блядь, вот это непонятное что-то сейчас закончится. Так, он у той арочки, блядь, эти кишки на переднем плане, из-за них реально плойк тормозит. Не сгорела бы моя малышка, блядь, у меня на вторую денег нет. О боже ты мой. С другой стороны, останутся 4 джойстика. 2, то есть будет 4. Нет, он, блядь, теперь там стоит. Он вообще, я смотрю, не очень-то подвижный босс. Сука, стой там тогда, блядь, я сейчас сам к тебе прибегу, подожди. Жалко, нечем намалафить эту алебарду-то, чтобы, блядь, посильнее ему жахнуть. Мне еще не хватает на этот пупок, блядь, многоразовый, или что это там, раковина. Банзай, Джеронимо, сучка, да. Пиздой накройся.
добыча уничтожена. Жопа порвана, должно быть написано. Вот так мне. Желтый хребет в награду. Три штуки. Три штуки желтого хребта. Три позвоночника, наверное, да? Что это такое? Блять, надо к костру отойти. А то я тут один раз отошел уже в прошлой серии. Вообще ненужное движение было. Ой, слушай, душ-то сколько дали? Ну, пошли тратить. Желтый хребет, посмотреть, что за желтый хребет. Не, наверное, это опять какой-нибудь временный бонус к чему-нибудь. Учитывая, что вытворял этот босс, я бы не стал пить что-то под названием желтый хребет, а то так же, блядь, срать начнешь, даже чем видеть. Желтый хребет. Может, желтый хребет это, блядь, ключ какой-нибудь? А, во, специальный материал используется в ритуале света чаще. Чего? А-а-а! Бля, это данжи открывает, да? Босса убил, чашу, блин, заюзал. Ну, говно тогда, что тут скажешь? Дерьмо полное. Так, это нечего совершенствовать. Совершенство кровавого самоцвета, я ничего там не подобрал. Что-то очень крутое, смотрите, физическое, умеряющий самоцвет крови, физическая атака. Пэнг. Все, больше никогда. О. Прямой удар какой-то можно прокачать. Бред собачий. Алебарда-то вообще с таким дамагом. Только что-то ни хрена не дамажит. Кто сказал, что Танитрус быстро ломается, кстати, видимо, обманщик. Потому что Танитрус вообще почти не ломается, по-моему. У него стоит не из прочности, но они как-то медленно тают. Топор ломается просто на глазах по сравнению с Танитрусом. Да-да, открой рот, закрой глаза, давай. Раз, два, опа. И теперь, залепи-ка ты, дулик. Да иди ты в жопу. И теперь я могу. Даже не знаю, вместо чего, вместо отравления, наверное. Я могу... О, бля, рев чудовище могу юзать. Ну-ка посмотрим. Ага, всех откинул. Это мне ничего не стоит. Это бесплатно. А вот это... Колдуй, бабка, колдуй, дед. Вот это круто. А Танитрус можно, интересно, за... А Танитрус нельзя. Отстой. Отстойненько, ёптеть. Но ничего. А, так. На чьей бы заднице? Подземная тюрьма. Площадь пришествия, наверное. Подземная тюрьма это вообще, походу, последняя локация, блин, в этой ветке. Так, на чьей бы жопе испытать вот эту магию. Вот жалко перед боссом не прокачал. Вот босса бы с этим усилением улупить. Он бы сдох, наверное, вообще реактивно. В принципе, я его и так довольно... Ну, со второй попытки... Не, можно с первой было убить, если... Если сразу побежать к этим бабкам. Там сразу понятно, что можно с прыжка его гасить. О, блядь. Это что там за Франкенштейн сидит? А, так вот откуда их выносят постоянно. Смотрите, вон ребенок. С клеткой на башке. Здесь ребенок в такой же позе. Напротив, что бы это значило. И чего? Исследовать мумию? А, это... Порт-ключ, как бы сказали в Гарри Поттере. Или как там, ключ-портал. Лекционный корпус? Опять университет? Прикольно. Господа педагоги, со всем уважением. Интересно, что это мобы такие? Тут даже мне темно, даже я ничего не вижу. Ну, можно, конечно, на мониторе настроить поярче. Успокоительное, видимо, сейчас понадобится.
Да ладно, ты чё, ебать? А, это этот народ же, блядь, местный, как его там. Ну, этот первобытный народ, как там его, за, я уже забыл. Как он там назывался? Вы хотите, чтобы я, блядь, историю игры понял? Кто там от кого, блядь, тут может рожать, кто от кого тут не может рожать, пиздец. Ну и история. Ну и сюжет верни. 119 урон наносит. Какие-то, блядь, сперматозоиды здесь, по-моему, эти ребята, блядь. Они так и брызгают на меня, смотри. У нас 199 с прыжка, надо запомнить эту цифру. Ты заебал, слышишь, блядь, тентакли? Слендермен обоссанный, блядь. А без усиления оружия мы будем наносить 188. Это отличное вложение я сделал. Хочу сказать, что эти 11 урона... Ой, 300, блядь, в прыжке. Что ж, понятно, к чему они неравнодушны. Ритуальные ртутные пули. Но они же водяные, а вода проводит ток. Может, поэтому они... Какие они водяные, не мешки с дерьмом, самые настоящие. Но я хочу сказать, что их не заспамишь так просто вот. Как кажется. А смотря кого из них. Многих из них интеллект-то подводит, конечно. С двух ударов заряженный булавой можно их ушатывать. Слушайте, а фарм-то какой просто безумный идет. Мне кажется, можно, блядь, тысячный левел накачать. Сука, большая локация. Ну, мы видим, что сын Николая Валуева нас сегодня на занятиях. Он пришел, молодец. Да, по физкультуре у него не так хорошо, как у батьки, наверное. Медленно, Коля, медленно, блядь. Быстрее маши руками. Нахуй тебе этот размен. Примерно это обычно кричал его тренер, по-моему. Сука, мне долго вокруг него, блядь, скакать-то, ёбаный блядь. О, блядь. Сука, как дерево срубил, блядь. Так. Окей. Внизу там в этой аудитории что-то светится. Там много чего светится, надо сказать. Присвоить, чтобы не пропадало. Вау-вау. Это уже на Layers of Fear похоже. Интересно, почему они в эту игру мимиков не добавили? Причащение. А как туда-то пойти, войти, я что-то не понял. Я сюда бежал только за причащением? Не перепрыгнешь же. Видимо, где-то в другом месте надо спуститься на первый этаж, а уже потом туда. Окей. Вообще, конечно, этот интерьерчик тут прикольный, прикольный. Дизайн, все дела соблюли. Похоже на круг магов из... Что-то там пар идет холодный. Холодильник, наверное. А что, не разбить? Безымянное присутствие Луны, призванный Лоуренсом и его соратниками Бледная Кровь. Чё? Три трети пуповины.
Три трети пуповины, блядь. Что значит три трети пуповины? Такое ощущение, что это опять Google переводчик поработал. Просто тупик. Я смотрю, на потолке не висят ли? Тут странный свет в этой игре, потому что это источник света, как бы света-то не прибавляет. Почти. Светлее от него не становится. Мастер Вильям был прав. Эволюция без отваги станет погибелью нашей расы. Ваш мастер Вильям был чертовски высокомысленным. Посмотрите, сколько их там. Это просто пиздец. Может, можно как-то на них люстру сбросить? Че она прям над ними висит-то? Ну, хоть не проснулись, блядь, и то ладно. Блядь, та Нитрус тут вообще тащит, слушайте, вот это он вообще ебашит. Та Нитрус магиот, вот, ёпта. А, и это точка входа, окей. Значит, мне в ту дверь, за которой то ли дым, то ли какое-то говно, да? Тем временем, озарение у меня 65 штук, да? Уже. Сколько там надо, интересно, чтобы... Нихуя тут дует. Слышишь, чувак, а ты нахер туда пошел-то? Я, может, поколебаться хотел. Помяться на входе. А как же вниз-то спуститься тут? Ёб твою месть. Смотрите, эти камни, они как будто кричат. Смотрите, черепа окаменевшие. Фу, сквозь текстуру проходит булава. Тут еще и кровь струится, вообще бестекстурная. Слушайте, такая атмосфера здесь, как в старых добрых сеговских играх, там, или в дендевских, там, в контру в какую-нибудь играешь, там тоже черепа, 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 черепа. Блин, что-то поздновато меня осенило проверить, как пишется звук с игры. Я просто его убавил в этой серии, мне показалось, что слишком громко звучат удары по боссам, всякие вот эти, музыка во время боя с боссом орет сильно. Я решил убавить, но... Сука, здесь нету каких-то нормальных вариативных ползунков, потому что 3 это слишком громко, это так как было, 2 это как стало. И... То есть, либо тихо совсем, либо громко совсем, то есть... Нету какой-то золотой середины настройки звука, поэтому это печаль, беда на самом деле. Потому что, ну, если... Я могу, конечно, микрофон прибавить, но он тогда начнет эхо ловить и говно всякое, поэтому, блядь... Я заложник ситуэйшена, знаете ли. Вообще говорят, что игра на самом деле короткая, и что вот-вот я уже дойду до финального босса, типа. Но есть еще DLC-шка, как бы, я вот не знаю, можно ли будет после прохождения игры туда попасть, либо в следующей серии придется пойти в DLC-шку сходить. Объяснили сюжет в двух словах, что кровью здесь лечили какие-то болезни, короче, и чем дольше ты пил эту кровь, тем больше ты превращался в животное. Вот этот, видимо, рак вылечил кровью. Вот оживший чей-то членчик тут скачет. Это, блядь, гробоиды ебаные. Дрожь земли начинается, походу. Ну и долго мы будем уму ебать. Слушай, вот в любой игре, мне кажется, любому человеку никогда не нравилось драться, блядь, с какими-то червями или с каким-то таким мелким говном, которое прыгает на тебя, блядь, вокруг тебя, пытается вскочить, что-то сделать. Настолько тупо это, что просто... О, дальше мой старый членистоногий друг.
который лучше, блядь, с обрыва ёбнется, чем даст себя убить и залутать. Но я думаю, одно другому не мешает. Он и с обрыва ёбнулся, и пиздюлей получил. Я от этого, правда, ничегошечки не выиграл. Чё это за звуки такие? Какие облачка, однако, там на небе. Что-то я не врубаюсь. Ах ты, ёбаная насрать! Ох ты, блядь! А что происходит-то? Подожди, какого хуя? Ах, что меня тыкает? Да, дамаг, ребята, я вам скажу, просто никакущий. Вот это да. Это были не черви, это был язык этого урода. Или глисты этого урода. Какая в жопу разница. Блять, эти хуйни, которые во мне появляются, они мне бить мешают, мне такое чувство. Вообще просто, блять, локация невероятная. Невероятно убогая. По всем параметрам просто она мне не нравится. И то, что в меня тыкают, и, блядь, враги какие-то, два уровня их убийства, блядь. И дамаг по ним хуй нанесешь нормальный. Успокоительное просто. Ну, у меня просто, блядь, я не знаю. Это проклятие, оно начало просто дамажить. Она... У меня просто начали жизни заканчиваться просто стремительно. Я вообще не понял, почему я сдох. 32 тысячи здоровья я там оставил в подарок им всем. На память. Успокоительное вообще, блядь, в лед уходить начало. Кошмар Мэнсиса, блядь. Мэнсис, что за хуйня тебе снится? Дружище. Просто полная, блядь, залупа. Хочу тебе сказать, что тебе, блядь, к врачу пора. Если кошмары настолько, бля, уебанские. Может быть, эту собаку хотя бы парировать можно, потому что дамаг, ну вообще, слушайте, дамага вообще по ней нету. Эти озарения ссаные. Да нету там никаких, нахуй, парирований, блядь, ничего нету. Пошли в жопу, черви сраные. Лучше с ними, блядь, вообще не драться, как обычно, а мимо бежать. О, ты что ли вернулся? Я думал, после смерти не возвращаешься. Видимо, и только если залутать не возвращается, а если не лутать... Зажечь лампу. Здесь была лампа. Когда стоишь... А, окно гаснет. Смотрите-ка. Надо прятаться от окна. Что делать? Пиздец, как сложно, потому что... А, теперь он огребает. Ничего себе. Это окно всех ебашит? Блять, это многое объясняет. Смотрите, как она его просто сделала. А души я получу, да? Ай, нравится. Мне нравится наш взвод. Блять, а глистов она не хочет убить? Сука, я думал, ты сдох, блять.
Да, ну черви это пиздец. Настолько убогое говно, что он даже сдохнуть нормально не может. Огненный самоцвет свежей крови. Вау. Рывочек, 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 опа. Перебежечками, перебежечками. Дико, блядь, воздухом подыши. Пиздец, блядь, заебал это чупакабра ебаная. Да ебаный в рот, нахуй. Как с ней драться-то, блядь? Я уж молчу про то, сколько я тут душ просрал. Только что, блядь. Вон какая-то другая дорога вела. Почему, блядь, она меня протыкает? Я же, сука, стою за, блядь, за камнем. Ну, чудо каких-то, блядь, урода. Обконченных вообще. Таких, блядь, даже не видел еще в этой игре никогда. Ну и уровень, блядь, просто полная хуйня. Ну ты идешь или что? О. Непонятно, откуда у меня, блядь, накопилось безумие внезапное. Учитывая, что я, блядь, только его вылечил. Пиздец, они дамага наносят теперь. Надо где-то пойти проебать озарение. Мне кажется, у меня его слишком дохуя стало. Но мне нравится то, что мобы здесь тоже огребают, поэтому... А он почему, блядь, не опиздюливается? Бля, вообще нахуй не могу от камня отойти. Просто, блядь, 3 моба, 10 хелсов, 10 хилок ушло. Да ладно, блядь, нахуй иди, ебать. Ну, пиздец, еще, блядь, осколки какие-то ебаные, блядь, об которые я сам ударился. Переебали, блядь, все, что можно, нахуй. Успокоительное это ебаное просто улетает, блядь. 2 одинаковых кровавика, это, блядь, не то, что должно падать, нахуй, с неведомых мобов каких-то, блядь. Еще один пидорас там стоит. Ну, давай. Пиздец. Луки ебаные, иди отсюда нахер. Лут из тебя все равно говно, лучше тебя вниз спихнуть. Че это такое? Сейчас устройство не работает. Хули оно не работает? Может оно свет в этой комнате ебаный выключает? Ага. Фонари тоже стали ставить на каждом шагу. Ну это, блядь, молодцы, конечно. Это мне нравится. Сейчас устройство не работает. Заебись. Заебись. Охуенно. А чё я сюда шел-то? А хуй его знает, чё я сюда шел. А зачем сюда люди ходят? Вообще, блядь, тут ничего не работает. Тот рычаг не работает, этот не работает, блядь. Назад идти, что ли, мне предлагают? Опять съедьте с этими драться, что ли, безумными? Таки оно мне надо, что ли, вообще? Бредятина конченая. У меня есть план, надо руну вставить, которая сопротивляемость проклятиям дает. Вот это приобретает больше отголосков крови, можно убрать при медленном отравлении. Безумие. Вот, сопротивляемость безумия плюс 200. Потому что там, мне кажется, именно безумие нарастает, да? Подожди, я еще какого-то говна нашел, просто не верю. Вот почему только одна такая руна? Временного превращения. Больше предметов отпавших. Приобретает больше, повышает сопротивление. Угу. Угу. Урон от всяких разных атак. Больше отголосков. Смертельные атаки какие-то, блядь.
Не знаю, что это. Почему-то у меня безумие наоборот. Но полоска стала длиннее. Но я мне сказал, что там плюс 200 прям. О, 24 тысячи мне нужно. 24 тысячи? Несёся. Они успокоительное продают хоть вообще? Нет, не продают. Вот так вот прикольно. Все, что я, блядь, в течение игры нафармил, я только что въебал. А мне еще там проходить и проходить. Блядь, да я талант. Давай таких, что ли, купим, блядь, хоть разных, разными хоть коктейлями побалую. Семья, блядь. Ну, площадь пришествия, подземная тюрьма, часовня Яргол. Вообще не понял мне, куда надо. А, третья могила починилась. Обалденно вообще. Хоры Мерго, нижний уровень. Кошмар Менсиса. Кошмар Менсиса мне нужен. Мне надо как-то, блядь, пройти. Как-то пробежать надо. А, ну теперь у меня сопротивляемость безумию возросла. Попытаюсь прорашить, потому что драться с этими уебанами вообще, блядь, невозможно на эти. Сколько тут, интересно, можно максимум за линии набрать? Потому что вот уже у меня сейчас 68, уже, блядь, игра непроходимая. Такие бои, блядь, с каждым мобом, как будто я с боссом, блядь, сражаюсь каким-то охуенным. Да, вон, смотрите, у меня вообще проклятие на меня почти не накладывается. А вы хуй сосите, твари. Вот сейчас я вовремя остановился вообще. Решил, что сейчас самое время постоять. Здесь окно не достает, да? Смотри, сколько их тут, блядь. Дай своему другу камнем по башке, блядь. Опять выступ какой-то обосранный. Да-да, помоги мне дверь открыть, чувак. Об мою могучую спину, блядь, скалы разбиваются, нахуй. Все, я прошел, заебись. Классный уровень. Мне так он понравился. Это что за ебота висит? Блять, Спайдермен и его товарищи. Питер Паркер, ты что ли? Ты чем упоролся? Понятно, что туда не пройти, пока там пауки висят, да? Они, наверное, сразу напиздрячат. Я люблю пауков. Очень классное создание. Божьи твари. 10 каких-то крови опять. Чё, как с ним драться-то, блядь? А я уж думал, тебе вообще пофигу. Вон, пауки нормально от станитруса уваливаются просто. Просто уделал. Знание безумца. Спасибо, нет. Пожалуй, я откажусь. Пауки, в свою очередь, тоже дамаг делают нормальный. А ну-ка мы... Ох, как я и переебал. Как ты тут взялся-то, блядь, а? Сучий выблядок. Да ладно, ты охуел, что ли? Где он там, блядь? Там скастовал только что, что? Вы не охуели, блядь, ребята, нахуй, с вашими, блядь, лапками, нахуй, а? У меня коктейли Молотова, блядь, с хот-бара куда-то пропали, блядь, мистическим образом. Ебанутая хуйня, просто полная хуйня, блядь, конская, сука, залупа, блядь, ебанатский инвентарь, блядь, пока в нем, блядь, в женской сумочке быстрее нахуй что-нибудь найдешь, блядь, чем в этом ебланском инвентаре, блядь, заточенном под эти ебанские джойстики, блядь. Сука, сейчас этот паук у меня, блядь, огребет нахуй. В следующий раз.
В следующей атаке я его обязательно, блядь, убью нахуй. Тварь эту, блядь. Да. Коктейль Молотова просто наносит королевский дамаг. А лапы этого, блядь, паука проходят вообще через все. Отлично. Силовая атака, блядь, сработала. Все-таки алебарда, по-моему, их лучше, блядь, херачит, чем это говно. Которое, блядь, как его назвать-то даже не знаю. Которое... Которое Танитрус, блядь. Сука, вот она вообще беспалевная. И стоит-то под мостом, блядь, хер ей въебешь. О, попал. И не отравишь ее, да? И лапки, блядь, не отрубишь. Да ладно, завязывай, блядь. Ебануться. Слушай, я, блядь, паучиху проще в Диабло, блядь, убить было. Там она босс, между прочим, не то, что ты. Говна кусок, блядь. Да, отравленные ножи просто знают свое дело. Они очень классно нихуя не отравляют. Да, надо, блядь, Танитрусы опробовать. Нет, Танитрус заряженный, конечно, это вещь. И за такую, бля, мразь огромную мне дали, блядь, 3 пули и 3000 душ. Ничего себе, блядь. Я за такие награды даже не напрягаюсь обычно. Что это у нас здесь? Прихожанин очередной раком загнулся. Костяной клинок шамана, блядь. 7 штук. Молился он на пустое место, как мы видим. Так. Костяное говно шамана. Что это такое? Рубить врагов, тем самым дезориентируя их. Херня какая-то, по-моему, слышь, полная, блядь, дезориентирую. Можно было этого паука задезориентировать, наверное. И что это там стоит? Охотники? Пиздец. Охотников я вообще не понимаю. О, ребенок орет. Мы рядом. Если что, блядь, охотников хер убьешь. Еще и с Людвигом, блядь. Может, это сам Людвиг? Абсолютно, блядь, непарируемый ублюдок. В жопу свой фен себе, блядь, засунь. Да, его магия, во-первых, сильнее, во-вторых, блядь, дамаг из игры просто, блядь, ушел. Вот просто вот дамага вообще нет. Я, блядь, вообще не понимаю, как, блядь, драться-то, если пиздец. Если ты наносишь настолько, блядь, ничтожный урон, блядь, что просто всем похуй на него, то, блядь, как ее проходить-то, блядь, как тут драться-то со всеми, я что-то не понимаю. Ну, накидали, блядь, этих озарений, отлично, я их, блядь, всех использовал. Честь, хвала, блядь, этой игре, что... Вовремя здесь не объясняют, нахуй оно нужно, вообще это озарение, блядь, и можно только случайным образом догадаться, что ты что-то начнешь видеть, а потом, блядь, невероятным, блядь, усилием напряжения мозга можно еще понять, что до кучи игра сложнее от этого становится, хотя я вообще, если бы комменты не прочитал, я бы не понял, что вообще связь между сложностью и озарениями. То есть, я и сейчас-то хуёво понимаю, с кого хуя, блядь, все сложнее становится, если ты, наоборот, как бы, лучше все видишь, там, воспринимаешь и все такое. Почему, блядь, все просто принимает какую-то непроходимую, блядь, сложность? Этого, блядь, вообще мне не понять, наверное. Да пошли вы нахуй, блядь, твари ебаные, блядь, заебало. Мне что с вами, блядь, драться каждый раз? Да соси ты, блядь, хуй, чудовище ебаное, блядь. Да, блядь.
Пиздец, а ты думал, скажу, уйдешь отсюда, наверное? На нахуй. Тут еще и не рашнуть, блять, отлично, нахуй. Просто лучшая игра, блять, года нахер, блять. 80, нахуй, первого, блять. Тогда такие в моде были. Ой, блять, раунд следующий. Сука, как с ним, блять, как драться, блять, с тем, кого даже, блять, парировать нельзя, ебаный в рот. Жаль, что эффект усиления очень быстро с Тронитруса, блядь, пропадает, на самом деле. Поскольку единственный Тронитрус, это вообще единственное, что здесь урон наносит. Просто так-то это оружие просто неюзабельно. Еще время на лечение, кстати, убавили, блядь. Просто, чтобы возможность отхиляться ударами практически пропала сейчас из игры. То есть ты, дай бог, если сможешь половину своего здоровья вернуть, это уже будет охуенно. Сука, сейчас я этого черта, блядь, закидаю нахуй ножами отравленными, чтобы он сдох. Там еще кто-то уходит под плач младенца, мне интересно, не уносит ли он кого. Мы видим силу отравления в этой игре, да, что она вообще... выручает, как бы, самые, блядь, сложные моменты. Спасибо разработчику, что вообще оставил эту полезнейшую функцию. Я не знаю, что бы я сделал без этих трех ножей, блядь, четырех, которые просто вообще нихуя. Вот это у него пушка просто идет, блядь, дует на меня, а я умираю, блядь. Вот это классное оружие придумали, блядь. Цель хуй захватишь, естественно. Да, ну наши наконец-то победили, блядь, с 18 попытки. И я получу за этот бой 10 тысяч душ. Ну, как за нехерового босса примерно дали, кстати говоря. Ну, блядь, в меньше я этот поединок и не оцениваю. И я надеюсь, что этот педрила больше не заспавнится. С него ничего, кстати, не выпало, нет. Я просто тоже хочу такую дулку, блядь, чтобы на всех ходить, направлять. Маленькие паучки, проткнутые какими-то палочками, блядь. Я слышу шлепки босых ног, но он ходит какой-то, блядь. Ходит какой-то гомункул, блядь, сраный. Откуда в интернет, кстати, пришло слово гомункул? Я помню, его в книге прочитал еще лет, наверное, 10, блядь, назад про этого... Очередная фантазия на тему графа Калиостро, типа, что он там в говне в каком-то, блядь, детей выращивал. Эпичнейшее говно была книга. Продавалась как хит сезона, блядь. Ну, у этих уродов дамага никакого нету, но я хочу сказать, что по ним незаряженный Тонитрус все равно слабо очень бьет. Чуть такое. Это лифт. Окей, и куда он? Я думаю, что он наверх, в срезочку. Блять. Когда я думаю, я почему-то, блять, неправильно думаю все время. А, вниз. Ну все, теперь это говно заработало, слава богу. И мне не придется бегать мимо толпы этих ебучих пауков. Блять, да что ж, сука, за лифты-то такие у вас, блять, а? А, я, кстати, могу улететь и прокачаться. Тут же костерчик рядом. Со-со, ёпта. Фу. Блять, как нечеловечески сложно стало. Вообще, блять, невероятно. Просто нахер. Это, в этой игре разработчик, блядь, он очевидно перегибает. И вообще это похоже не на Dark Souls, а на какую-то дешевую хуйню, сделанную, блядь, какими-то подражателями вонючими. Серьезно, что-то вроде Lords of Fallen или вот эта японская хуйня про самураев выходит на PlayStation, выйдет, блядь, в этом году, как я понимаю. Абсолютно, блядь, точно такая же игра. Тоже, блин, боевка именно вот такого плана, блин. Ты ходишь, что-то бродишь. Наверняка она сложная, как, блядь, как высшая математика. То есть, ну, сделать, сука, сложную игру, по-моему, нетрудно. Трудно сделать, блядь, ее интересной.
чтобы люди вот не просто так ебались с этой сложностью, потому что, ну, если бы, не знаю, если бы мне не надо было эту игру записать до конца и выкладывать, я бы ее нахуй бросил давно, потому что, ну, это вообще пиздец, это что угодно, но даже близко не Dark Souls. Ах. Ну, минутка нытья закончилась, идем дальше. А, нет, как же, нытье не закончилось, сюжет тут тоже говнище, кстати. Сюжет тут чисто Evil Within, блять. Такая же какая-то непонятная хуйня происходит. Можешь как бы почитать, тогда типа тебе станет понятно, но интересно не станет вообще никогда. $425 душ падает с этого пассивного моба, кстати, что делает его крайне выгодным для фарма. Че тут куча клеток каких-то, блять. Да ладно, чуваки, у вас еще теперь двое. Мне нравится, как сочетаются мобы, блядь, которых хуй убьешь, с мобами, которые, блядь, вообще, блядь, ничтожество. Войти в дом было сложнее, чем выжить в этом доме. Что-то не очень как-то правильно, на мой взгляд. Видите, он стоит, даже не бьет. Они очень медлительные. Сгусток крови чудовища. Ой, блядь, и три удара надо делать. Ой, больше пять. Три, четыре, пять. Танитрусом пять ровно. Лебарды разложены чуть меньше 5 ударов. 5 ударов и замах. Заметил, что, кстати, из-за того, что в игре нет щитов, нет удара ногой, чтобы сбивающим щиты. А это что за уебище? Ты, блядь, на кого замахнулась-то, я не понял, слышишь? Уработал, просто уработал. Что здесь такое? Кто-нибудь потом в комментах напишите, как уменьшить озарение. Надо, наверное, прийти к боссу и долго-долго там кого-нибудь призывать на бой. Ливать, снова призывать. Они продолжают как бы напичкивать меня знаниями безумца, наивно полагая, что я буду, блядь, его использовать и дохнуть. Бам шариком по башке. А это что, с арбалетиком, что ли? О, это твой шлем какой-то другой, смотри. Новый моб этой Локи. Вот заряженный танитрус вообще вещь. Блять. Давай, отстегай меня, блядь, до смерти. Она и рада, блядь. Как ее парировал-то, я что-то вообще не понимаю. Я понял. Нахрапом хуй прохуй. Че выйдет, да? О, смотри, она еще и накладывает что-то. У нас похожая техника. Блять, ты посмотри, а. Вот свиноматка что делает? Грязный самоцвет свежей крови. Интересно, если его помыть там или протереть, он может лучше станет. Почему-то здесь мобы, когда они лежат мертвые, внезапно начинают дрыгать ногами, блядь, что-то такое делать. Ну и, конечно же, кстати, вот, что очень-очень жаль, так то, что здесь бэкстабы через жопные стали, блядь. Вот нельзя просто зайти за спину и ударить, как это было в Dark Souls. Это было нормально, это было интересно, это было достаточно сложно сделать. В случае, если босс какой-нибудь, моб какой-нибудь непростой, черного рыцаря, иди запарируй.
То есть, ну, то есть это надо было скилл иметь. А здесь, блядь, ты стреляешь из пистолета, и моб либо может парироваться, либо вообще он не может парироваться. То есть, это немножко, блядь, отстойно, мне кажется. Лекарство перераспределяет вес для отражения атак. Нихуя не понял, каким образом это лекарство, блядь, может распределить вес для отражения... И что значит вес для отражения атак? Это, блядь, что-то сыворотка... Это концентрированная сыворотка Стивена Сигала, наверное, блядь, там... Стопроцентное айкидо, блядь, в бутылке. Но айкидо же там построено на использовании веса противника против его самого, блядь, и прочей мудрости. Конечно, все мы знаем, что это, скорее всего, тупая показуха. Что это за, блядь, ворона с головой собаки? Ёб твою мать. Это два моба, которые меня заебали, они слились в одно. Именно вот это родилось бы, если бы Филька выебал Каркушу. Блять, шутка века. Придурок. Фаталити. Какого хуя она бегает-то, блять? Веслом по рылу. Ух! Опять, да, в клеточке сидит. Сука, что же у меня, бля, весло-то короткое такое. Блять, их тут просто вокруг до хера, слушайте. Так, ее и огрело, как? Как теперь туда запрыгнуть-то? Да ладно, хорош, чувак. Прыжок, конечно, блядь, здесь вообще на редкость убого работает. А, охуенно. Туда и не прыжок и нужен. Туда кувырочек, да? Для даунов. Все для даунов. Так, еще 10 раз упадем. И будет вообще нормально. Хотел с разгону кувыркнуться, но нет. Умеряющий самоцвет крови. Но означает ли это, что я могу сделать свои пушки совсем-совсем сильными? Ну, наверное. Пилять! Ты посмотри, сколько... Решил не бить ее с высоты, чтобы дать ей шанс. А здесь наоборот собаки с головой ворон. Здесь живет какой-то безумный экспериментатор. Наверное, местный доктор Франкенштейн. Холодная кровь сородичей. Назовут же. А это что такое? Два рычажка. Это не работает, и это не работает. Ничего не работает. Можно спуститься вниз, и там фонарь я вижу, кстати говоря. Блять, мне не нравится, что я слышу эту личинку человека. Я хочу фонарю. Я сейчас тебя очкую. Ой, да ладно, блять. Вот мы где. А почему устройство-то не работает, я не понимаю. Но я думаю, что когда я улечу и вернусь, этот лифт должен быть на месте. То есть, чтобы лифт заработал, в нем недостаточно проехать. Надо, блядь, сука, лифтера вызвать, наверное. Сказать, что, блядь, вот эти клетки на цепочках, что-то вот они вот не работают. Так как, да, так как надо. Придите, разберитесь, что за борода. Совершенствовать оружие. Ну, блядь, секиру охотника могу, танитрус не могу. Ой, блядь, а танитрус плюс на плюс 20 уж усилится, нихера себе. Это говно полное. Непонятно вообще, насколько она сильнее стоит. А, нет, подождите. Плюс 153. Это не от заточки, это всего, я думаю. Плюс 153, да? А, нет.
Да, а, да, плюс один станет, плюс 20 молниевая атака. А тут плюс, да, понятно, что чуть-чуть, совсем чуть-чуть сильнее она бы стала. Ай, блядь. Так, давайте поковыряем самоцветы. Грязный. Что он делает? Быстрое отравление. Херня полная, да? Да. Подожди, а если обычных? О! 120 можно сделать. Все. Больше цифры не становится, значит все норм. О! О! Вот этих, смотрите, набрал. Можно, смотрите, тайную атаку плюс 32 сделать. И что будет? Херня какая-то будет, по-моему. Полная залупа, вообще бессмысленная, блядь. Все, сюда уже не нашел, да, крутого самоцвета. Да, к сожалению, да. Ну что, я думаю, что, блин, там на самом деле раз плач ребенка, здесь, мне кажется, главный сюжет это убить этого ссаного ребенка. Я думаю, что надо отправиться в DLC-шку. Вы напишите после прохождения игры, здесь вообще дают играть или нет, потому что я-то сейчас игру пройду, а для DLC-шки мне что, потом сначала надо будет проходить? Что-то не очень хочется. Так что я думаю, что на этом серию закончу, а вы уж вот на эти главные вопросы в комментах напишите, а я уж там буду думать, куда в следующей серии пойду. Very well, let me. По-прежнему нихуя не понимаю, что-то происходит. Блять. Farewell, Самое good интересное, evening. что вот когда ты играешь в Dark Souls, там хотя бы есть желание что-то вот, что-то понять, что происходит, потому что все так, не знаю, все как-то упорядочено, блядь. Там серебряные рыцари, черные рыцари, все это Welcome, довольно what is it? просто и легко понять, но здесь Very well, let me. происходит какая-то, блядь, шизофрения, по-моему, тотальная, и пытаться ее, блядь, осмыслить. Мне кажется, что даже те люди, которые старались понять эту игру, 90% из них не Farewell, поняло good вообще hunter. нихуя. Это мои подозрения. Ай, надо еще данжи будет пройти. Ну, в принципе, я там только боссов запишу. Ладно, короче, все. Напишите, куда там дальше стоит пойти в DLC-шку или проходить игру, закончится ли она. Ну, в общем, на 2 минуты назад отмотайте, я там уже спрашивал. Короче, все, пишите, жмите.